Что такое БКМ и в чем его особенности? Почему профессионалы часто тренируются на БКМ? И в чем отличие тренировок любителей от профессионалов? Смотрите в этом видеоролике. Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня мы в гостях в Санкт-Петербурге у Дмитрия Чекурова, тренера сборной России, тренера Санкт-Петербурга и члена тренерского комитета ЕТТУ. Прошу вашему вниманию. Привет вам. Дмитрий, расскажи нам, что такое БКМ и зачем он вообще нужен спортсменам? Ну, БКМ – это техника работы с большим количеством мячей, что следует из названия. Нужен он для отработки двигательных паттернов, технических элементов, а также игровых связок, которые называются секвенциями. А если просто, он позволяет в кратчайшие сроки сделать чемпиона. Ничего себе! Объясни нам, как нам работать необходимо с БКМ, чтобы сделать чемпиона? Конечно. Кажется, мы для этого здесь и собрались. Итак, существует три основные техники работы с БКМ. Первая техника – это работа с отскока. Тренер набрасывает мяч на стол, после чего совершает тот или иной элемент. Вторая техника работы – это работа с лета. Тренер набрасывает мяч на ракетку. И третья техника работы с БКМ, она считается смешанной, когда мы комбинируем работу с отскока, например, имитируя подачу, и продолжаем подавать с лету. Четвертый метод работы, он более продвинутый, наверное, считается, это работа в комбинированном плане. Павел, помоги мне. Когда часть ударов мы осуществляем по определенной схеме с помощью большого количества мячей, а часть мячей мы отыгрываем в обычном игровом режиме. Для работы с БКМ принято использовать корзины для полотенец. Они могут быть такими, используется баттерфляй, или такими. Корзины достаточно вместительные. Здесь помещается более чем 300 мячей, чего хватает где-то на 3-4-минутную серию без прерывной подачи. Но я в своей работе использую вот такую сумку. Видите ли, за время обучения техники работы с БКМ и по истечению, наверное, 10 лет, я понял, что корзины меня некоторым образом ограничивают. Ну, бывало, что мы тазики используем, но это тоже не очень хорошо, потому что кажется, что для качественной тренировки игровое пространство на столе должно быть свободным. То есть не должно стоять каких-то коробок, мячей, если это не предусмотрено заданием. Например, если мы не выставляем какие-то мишени. Так что да, я использую такую сумку. Ее я разработал и выпускаю сам. Идея родилась где-то в 2015 году. И в 2017 году появился первый промышленный образец. Как раз мы здесь его и видим. Эта сумка у меня в работе с 2017 года. Как вы видите, здесь есть росписи всех спортсменов нашей национальной сборной и вообще ведущих игроков страны. И не только. Здесь даже есть автограф и Самсонова, и Петкевича, и многих других. Вот Владимир Сидоренко, старая подпись, пожалуйста. Привет, Володя. Что делает эта сумка? Эта сумка позволяет менять зоны подачи мячей без потери скорости. Каким образом мы с ней работаем? Мы можем начать подачу с отскока, после этого продолжить определенную комбинацию, поменять зону, вернуться в зону, также работать в смешанном стиле, и все это без потери скорости, потому что каким бы ни был таз, даже если он на колесиках, даже если можно его двигать, все равно будет потеря скорости. Этот инструмент позволяет скорость не терять, плюс к этому мы можем работать в вертикальной позиции. Как, наверное, все тренеры знают, очень большая нагрузка на спину в момент, когда ты вынужден брать мячи из корзины. Ну, мы все работаем с БКМ и знаем, что нагрузка на самом деле в течение 2-3 часов колоссальная.
И если брать работу тренера, 1-2 тренировки в день, это достаточно драматичная нагрузка. А вот эта сумка позволяет работать в вертикальной позиции. Может показаться, что это неестественная подача, не хватает вращения, но на самом деле все это вопрос пристрелки. То, что бросать можно и достаточно интенсивно, и подавать достаточно серьезные вращения. Так что вот, да, сегодняшний рассказ о техниках БКМ будет с применением этой сумки. Сумка FlexiGood. Итак, друзья, начнем с первого способа. Для того, чтобы освоить технику работы с большим количеством мячей, я рекомендую начать с подачи через отскок. Подача мячей с отскока. Это позволяет, на самом деле, и для вас, как начинающего тренера по БКМ, и, например, для новичков, это позволяет лучше почувствовать ритм подачи. Потому что ребенок слышит отскок, представляет, что это отскок в игре. Он видит и оценивает скорость мяча, когда он будет подан. Потому что оценить слету сложнее. И, в общем-то, лучше реагирует. Но какой здесь есть важный момент? В настольном теннисе принято бросать мячи с правого или левого угла стола для того, чтобы открыть концевую линию. Но какие здесь есть минусы? Минус номер один. Мы получаем мяч с неестественной траекторией, неестественным вращением и неестественным направлением на самом деле. И я бы рекомендовал бросать с концевой линии даже с отскока. То есть, если мы работаем по верхнему вращению, занимаем позицию у концевой линии стола и подаем мячи сверху или снизу, короткие или длинные. Ну, вы спросите у меня, но это же рискованно. Например, если мы работаем не с новичками, а с хайперформанс-атлетами, с профессионалами, есть риск повредить глаза. В группе риска у нас глаза и нос. Поэтому я рекомендую при работе с большим количеством мячей для каждого тренера использовать лицевые щитки. Они бывают разнообразные. Можно одевать очки, но, опять же, часто бывают случаи, когда попадают в нос, и это достаточно травматично, болезненно, оставляют синяки. Синяки заживают, к сожалению, долго. Поэтому лицевой щиток. И после этого вам не страшно попадание ни в глаза, ни в лицо. Главное, что защищены ваши глаза. Мой товарищ, немецкий тренер по БКМ и специалист по УФП национальной сборной Германии, Бенджамин Шмидт, как-то раз от Димы Овчарова получил с ребра мяч в глаз, и то есть три шва на глазном яблоке, вообще ничего хорошего. Поэтому, ребята, обязательно лицевой щиток, и рекомендую подавать мячи с концевой линии для того, чтобы создать оптимальное естественное вращение из естественного из естественной позиции с естественной траекторией. Более продвинутой техникой подачи мячей является подача слета. Это техника, когда мы со скоростью набрасываем мяч на ракетку и добавляем движение рукой. Подача может производиться как с верхним вращением, так и с нижним вращением. Какие преимущества у этой техники? Во-первых, можно подавать на разных скоростях достаточно быстро. Второе преимущество – больше вращения, выше скорости. Можно создавать навесные вращения, навесные топ-спины делать, скоростные топ-спины. Комбинировать скоростные с навесными. И все это на фоне естественных траекторий, из естественных направлений с хорошими скоростями, наверное. Техника непростая, но самое сложное, наверное, это вовремя брать мячи и создавать
беспрерывную подачу. Эта техника осваивается в течение года, и я думаю, тренер с регулярной игровой практикой может это освоить без проблем. Третья основная техника, комбинированная техника, это когда мы какой-то мяч бросаем с отскока, какой-то с лета, что-то можем отбивать и входить в розыгрыш, она нужна в основном для моделирования игровых комбинаций, отработки двигательных и там, паттернов, и игровых секвенций, в общем-то комбинаций игровых. И делается это примерно так, например, простейший паттерн. Паша, оппонируй. Коротко вправо, длинно вправо, длинно влево. Первый мяч с нижнее вращение, второй блок и блок. Дмитрий, ты нам рассказал, как правильно бросать БКМ и как на каждом уровне необходимо сочетать вот эти виды БКМов, да? Первый, второй и третий вид. Теперь расскажи, как нам использовать этот БКМ, в каком количестве и как на нем занимаются профессиональные игроки? Ну, начнем с самого простого. Сейчас невозможно себе представить, что кто-то из хай-перформанс-атлетов готовится без применения этой техники. Техники работы с БКМ. И здесь надо понимать, мы в каком цикле находимся подготовительном. То есть у нас есть макроцикл, микроцикл, есть там мезоциклы, например. Да, где мы находимся? Скажем, если мы находимся на тренировочных сборах, то периодизация 3 через 1, например, 3 дня работы и 1 день отдыха, там БКМ, например, в национальной сборной России Валерий Иванович Салабаев дает утренние тренировки до завтрака. То есть разминка, БКМ, и после этого уже вход, там еще 2 тренировки в день. Некоторых игроков направляют на станцию, ну, периодически они идут по кругу, направляют на станцию БКМ, или кто-то, например, может попроситься, что ему надо что-то отработать, что-то подточить. Или, например, это идет в рамках снижения нагрузки, чтобы дать адресную какую-то работу, например, Кирилл Скачков, Александр Шибаев, уже как опытные игроки, работают по индивидуальному плану, и у них периодизация БКМ, она не групповая, а все-таки больше индивидуальная. Поэтому да, если мы находимся на сборе, то в утреннее время рекомендуется давать БКМ. Если мы находимся в тренировочном цикле в ходе сезона, то я рекомендовал бы делать не менее 2 тренировок с большим количеством мячей в неделю. Причем одну тренировку мы посвящаем больше силе, скорости, выносливости, наращивания скоростно-силовых качеств игрока, подвижности. Закрепляем двигательные паттерны. Вторая тренировка, она больше направлена на изучение тактических комбинаций и упражнений на реакцию. Упражнений на реакцию. И сегодня мы разберем основные задания, которые рекомендуется делать как для одного случая, так и для другого. Потому что в первом случае, например, утренняя тренировка до завтрака, это отработка. То есть это не силовая тренировка, надо понимать, организм просыпается. Это прием подачи, коротко на коротко. Это скидка продолжения атаки. Это 2 хода каких-то стандартных после исполнения своей подачи или после исполнения приема. Что-то такое, что-то, ну, как мы говорим, прогнозируемые задания, полупрогнозируемые задания и непрогнозируемые. То есть утром для того, чтобы проснуться, мы делаем то, что мы хорошо умеем, закрепляем навык. А в ходе других циклов, там, да, других ситуаций мы делаем там те или иные задания, или полупрогнозируемые, или там непрогнозируемые, например. Сейчас разберем все в порядке, так что начинаем? Начинаем. Итак, наверное, стоит начать с прогнозируемых заданий. Этому мы не будем уделять много времени, потому что, наверное, ни для кого не секрет, как их исполнять и их разнообразие. Ну, например, начнем коротко на коротко. Например, утреннее задание. Коротко на коротко. И что здесь важно? Что ты сейчас сделал, Паша? Ты вышел к мячу, сыграл элемент,
А после этого комбинация для тебя завершилась. Ты вышел, сделал элемент, и после этого комбинация для тебя завершилась. А комбинация завершилась на раз, два, три. И тогда я понимаю, что ты готов к следующей комбинации. И когда ты потратил минимальное время на возвращение, я понимаю, что ты сделал не половину задания, а все. При всей своей простоте, это точно так же, как с подачами. Мы стоим, отрабатываем подачи. Это половина задания. Подача и элемент имитации. Для того, чтобы мобилизоваться и иметь привычку к мобилизации на следующий ход. Также и здесь. Выполни задание целиком. Похоже? Похоже. Ниже стойка. Ниже стойка. Локоть на высоте сетки. Дальше. С продолжением. Оставил коротко, зарезаю, начинаешь атаку. Да. Хорошо. Дальше будут разнообразные вариации этих заданий. Оставил коротко, скрутил слева длинно стойку. То же самое можно проводить и слева. В общем-то, вы знаете, здесь существует масса вариаций, а именно, наверное, штук 8, да? Вот, которые мы можем отрабатывать. Двухходовки принял. Следующая вариация. Поднимаешь, продолжаешь. Поднял, продолжил. С вылетающего поднял, продолжил. Но опять же, при всей видимой простоте здесь нужно учитывать состояние спортсмена. Он не должен это исполнять без каком-то мысли, с мыслями о другом. А должна быть полная концентрация на том, что ты делаешь. Поэтому игрок должен знать не только, что он играет, какой мяч, но и куда он его играет. И желательно с игроком всегда договориться о том, а куда мы играем, а что это за игровая ситуация. Вначале лучше всего, конечно, ее разобрать. То есть нам приходит короткая подача вправо. Мы ее оставляем куда? Например, в центр. Нам приходит глубокая срезка в правую диагональ, мы ее, как Паша правильно делал, начинаем по прямой, создавая эффект неожиданности, сокращая время реакции соперника, после чего, скорее всего, получаем приемлемый ход и, скорее всего, в длинную диагональ. Да? После чего совершаем продолжение. О чем еще хотелось бы сказать. У нас существуют вылетающие мячи, не вылетающие мячи и так называемые полувылетающие мячи. Длинные, короткие и мячи средней длины. И как раз утренние тренировки или тренировки на технику, на точность я бы рекомендовал проводить с внедрением заданий с мячами средней длины. То есть всем известно, как играть длинный мяч. Всем более или менее понятно, как играть короткий мяч. Но всегда у нас возникают в игре проблемы при игре по полувылетающим мячам, мячам средней длины. И на тренировках двухходовок задание, я это называю сэмплы, когда ты бросаешь один мяч, игрок исполняет элемент, встает в исходное положение. Рекомендую внедрять мячи, отработку, начало атаки, например, в игре по полувылетающим мячам. Ну, например, займи исходное положение, тебе приходит мяч влево, ты с захода играешь цику, поднимаешь мяч. Да? Здесь то же самое. Вот очень хорошее задание, простое. Вернуться, ты опять сделал ползадания. Вылетело сильно. Эти мячи, ну, прямо скажем, подавать непросто. Стабильно подавать мячи средней длины. Ну, эта техника требует определенных навыков, времени изучения. То есть
при работе со спортсменами высокого уровня ты же не должен ошибаться чаще, чем твой игрок. Поэтому отдельной задачей тренера является изучить технику не только подачи мячей, вылетающих и коротких, с этим все более или менее понятно, но и мячей, приходящих в среднюю длину. Дмитрий, такой вопрос. Скажи, пожалуйста, нам, в какие зоны лучше тренировать удары? Куда подавать, куда бить? Где самые неудобные зоны у соперника? Я так скажу. Давай сейчас. Прошу тебя подойти ко мне. Давай зафиксируемся на стол. И чаще всего эти удары приходятся на ту сторону. То есть на стороне. Эти удары, о которых ты спрашиваешь, они, как правило, на стороне соперника. Да, именно так. Да. Я тебе не могу сказать, какие удары. Ну, тут есть же такие выпуски, там, да, есть много интересных выпусков там, по подачке неберучки, там, да. Там самая неудобная зона для игры, там, куда надо атаковать. Но мы же знаем, что все игроки индивидуальные. И один бэкхендер будет, и для него тактика зажима влево не сработает. А другой будет хорошо оставлять. А третий хорошо играет со средней зоны, но плохо держится скорость. Мы можем оперировать в настольном теннисе очень многими вещами. Начиная от темпа игры, с какой скоростью. Например, у тебя холерик, да, стоит, соперник. Он торопится выиграть, ему надо вести по счету, ему надо доминировать, ему надо действовать в разгон. Что надо сделать таким соперникам? Прежде всего, не думать, куда ему играть, а прежде всего, выбрать комфортный для себя и некомфортный для него ритм игры. А может быть, некомфортный даже для вас обоих, но ты это будешь делать осознанно, а он будет пытаться тебя, конечно, разогнать, но когда ты действуешь на своей подаче, у тебя всегда есть какой-то определенный запас времени, который ты можешь использовать, там, до 10 секунд можно действовать на пределе правил, и, в общем-то, начинать надо с этого, а кто стоит напротив тебя. И первый сет, первая партия как раз у нас и направлена на то, чтобы изучить соперника, если ты с ним никогда не встречался. В конце первой партии у нас должна быть полная информация о том, как он принимает длинные подачи, подачи средней длины, короткие подачи, как он двигается. Он играет в первой зоне, во второй, ему комфортнее отходить от стола, работать на вращение, он работает на скорости, какая у него сильная сторона, ну, форхенд, бэкхенд, как он играет из центра, как он использует свои подачи, через какие подачи он любит заходить в игру, может быть, его стандартные комбинации. На все это у нас уходит первый сет, и, ну, конечно, существуют стандартные точки, куда нужно подавать подачи, для того, чтобы сократить количество вариантов противодействия. Например, короткая пиленная подача в центр служит, прошу прощения, да, служит для того, да, нижняя подача, для того, чтобы на тебя не вышли в атаку с киткой, да, чтобы, скорее всего, тебя оставили коротко. Оставить коротко могут где-то в центр, да, глубоко, наверное, при хорошей ротации мяча сыграть будет проблематично, и после этого мы уже прогнозируем, дальше строим свою атаку. Существует, опять же, правша это левша, глубокие подачи. Подачи средней длины, с которых неудобно выходить на скидку и неудобно их прокручивать. Длинные неожиданные подачи. Да? Куда подавать правше в игре против правши и куда подавать левше в игре против правши. Это будут разные точки. Мы об этом скажем, наверное, чуть-чуть попозже. И эти точки расставим на столе и покажем подачи, которые эффективнее всего делать и что делать за ними. Но, конечно, существуют какие-то универсальные решения для тактика зажима влево, на, там, если ребята помоложе, там, 12 лет, не все еще ввиду своего там, роста и технического арсенала владеют там, в достаточной степени
хорошим грозным бэкхендом. Конечно, есть тактика зажима влево, если рослый игрок, конечно, актуальна тактика зажима в локоть, как мы говорим, да, в центр, в бедро. Разные есть обозначения этой тактики. Конечно, можно играть в ракетку сопернику, дождаться хорошей мощной атаки, спровоцировать его на хорошую мощную атаку и сыграть глубже, потом поменять зону. Конечно, есть универсальные штуки. И сейчас мы как раз поговорим о заданиях, о циклических заданиях, прежде всего, которые я люблю давать своим игрокам. И там как раз много заданий, связанных с подвижностью и закрытием вот этих слабых зон. Концевая линия форхенд, концевая линия бэкхенд и локоть. Это задание можно и нужно выполнять как из правого угла, так и из левого. Если вы заметили, в своих заданиях я постоянно меняю зоны игры, потому что соперник не должен привыкать к тому, что мяч идет из одной точки. Мы, подавая мячи, стремимся к естественности. То есть должна быть естественная траектория, должна быть естественная там, степень давления на мяч, и должны быть естественные точки приложения. Соперник должен понимать, откуда идет мяч и что происходит. Например, я, будучи левшой, дам более естественный мяч, если буду бросать из правого угла. И здесь как раз при работе с high-performance спортсменами, чего я не делал в блоке с новичками, нам пригодится маска, потому что здесь, моделируя блок, например, нам надо занять позицию в 10-15 сантиметров от стола, чтобы в этой зоне совершать точку приема. Итак, и как мы видим, есть большая разница между подачей из обратной диагонали. Раз, два, три. Здесь Паше из центра сыграть проще. Правильно? Если мы выходим в более естественную позицию, то Паша получает более глубокий мяч третьим ходом. И ситуация более приближена к игровой. И поэтому я рекомендую в рамках одного задания менять зоны подачи. Обратная диагональ, например, просто диагональ. Потому что время реакции на мяч, траектория полета мяча, там, грубо говоря, естественное вращение мяча, оно достаточно сильно отличается. Ты согласен со мной, Паш? Да. Где тебе было сложнее? Вот отсюда мне было сложнее, потому что меньше времени было, и плюс направить, и мяч пострелить. Да. Мне отсюда нужно было размещаться. А здесь тебе приходилось идти глубже. Да, получается, если отсюда я могу сыграть просто один короткий передвижение, то сюда надо было походу зайти, чтобы открыть. И это больше похоже на игру против правши. Как будто мне блок ставили. Да. Блок мне ставили, да. Я по блоку этому играю. Да. Такое циклическое задание. Следующая вариация таких циклических заданий, этого циклического задания. Это лево-лево заход, право-центр. Точно так же. Напоминаю, зачем еще вот этот нужен лицевой щиток? Идея не нова, идея описана. Он нужен прежде всего не потому, что ты там, а я и так могу увернуться. А я успею, да ничего страшного. Во-первых, игрок не должен думать, что он может нанести тебе ущерб, да, и концентрироваться на исполнении задания. Во-вторых, ты не должен смотреть, прилетит тебе мяч или не прилетит в глаза, а фокусироваться на том, как спортсмен двигается, на качестве исполнения элементов и так далее. Ты не должен находиться в состоянии готовности к тому, прилетит тебе мяч или не прилетит. Ты должен смотреть, доходит ли у него плечо, правильно ли он переносит вес, правильная ли у него точка приема, хорошая или оптимальная, где еще можно улучшить. Надо смотреть за игроком. И я призываю вас, даже если уже хорошо получается бросать, не надо радоваться, как хорошо я бросаю, надо прежде всего
обращать внимание и смотреть, наблюдать за своим игроком. Находиться с ним в контакте, смотреть, готов ли он продолжать задание, когда надо остановить, понимать исполнение задания, ну и так далее. Это простая вещь, но в то же время они часто, ну, даже, честно говоря, я иногда забываю. Вот, и приходится себе напоминать, следи за игроком, следи за игроком. Но опять же, тут важно понимать, что периодически Паша выходит в исходное положение. Я понимаю, что он готов к выполнению следующей серии, а иногда после последнего хода он выходит из стойки и встает. Вот это грубая ошибка. Каждый раз, отрабатывая какой-то двигательный паттерн или там игровую секвенцию на БКМ, нужно стремиться заканчивать его исходным положением, стартовой позиции своей. То есть, заканчивая элемент, мы выходим в стартовую позицию, показываем тренеру, что мы готовы к исполнению следующего хода, и приучаем к себя к тому, что в настольном теннисе вообще нет так-то завершающих ударов. Это не обязательно будет последний удар, даже если ты очень хорошо сыграл. Но сейчас мы разбираем циклические задания и задания прогнозируемые. То есть вариаций этих заданий может быть масса. То есть там три влево, вправо, глубже вправо, вправо, центр, лево, центр, вправо, центр, вправо, лево, направо, налево, вправо, лево, центр, лево, вправо. То есть это относится к прогнозируемым заданиям. Их нужно применять в первой части тренировки для того, чтобы повысить уверенность, чтобы включились ноги. Они достаточно простые, все мы их хорошо знаем. И сейчас переходим к полупрогнозированию. Кстати, мы же забыли короля заданий, короля прогнозируемых заданий. А это любимое всеми игроками. Я думаю, что Паша тоже не даст мне соврать. И ты, Ваня, знаешь задание, которое называется 1-1. Подъем мяча с подрезки из правого и левого угла с применением дьявольского удара из Токио. Топ-спин справа, топ-спин заходит. Все игроки любят это задание. Некоторые им начинают тренировку, некоторые заканчивают. И то, и другое правильно. О чем еще нужно сказать? Среди тренеров идут дебаты, там, обсуждения, в течение какого времени нужно делать то или иное задание. Вот, например, циклические задания. Сколько нужно делать минут, мячей, подходов и так далее. Ну, ответ, как всегда, современный. Индивидуально, в зависимости от физической формы, степени подготовки вашего спортсмена, во-первых, и, во-вторых, от того, насколько регулярно проходят тренировки по БКМ. Например, сборная Санкт-Петербурга, между спортсменов, среди спортсменов нашей сборной, мы привыкли работать вот такими корзинами. Корзина FlexiGus вмещает в себя 220 мячей, и, например, игрок Петя Федотов, по праву, который считается, ну, наверное, пожалуй, самым выносливым из нашей сборной игроком, он может делать 220 мячей в корзину без единой паузы. Ваня Никулин тоже справляется с этой задачей. На каком-то этапе Никита Артеменко там требовалась одна пауза. Сейчас он тоже справляется с этой задачей. Сыграть всю корзину без пауз хорошо. Вот, например, в то же время ребята, наша золотая троица, Максим, Володя и Лев, наверное, фамилии называть не надо, привезли из Германии подход Дмитрия Музунова, когда они исполняют подходы по 22 хода. Потому что в среднем 22 касания мяча – это, ну, можем сказать, что максимальное количество ходов в самом длинном розыгрыше, да, в настольном теннисе. Ну, наряду с этим, конечно, можно применять метод работы на
измор, так называемый, да, сколько мячей я выдержу, да, сегодня, а сколько мячей я выдержу по истечении, например, нашего тренировочного сбора. В принципе, я видел и задания, когда подача продолжается в течение 3,5 минут, например, там на сборах с германскими спортсменами. Такие методики тоже есть. Лично я предпочитаю действовать индивидуально и подходить не с точки зрения там, какой-то строгой программы, что вот сейчас ты должен делать минуту, и 30 секунд у тебя будет отдыха. Или вот ты делаешь минуту, и потом отдыхаешь на минуту, да? Ты делаешь 3 подхода, потом идет смена, или ты делаешь 6 подходов, или идет смена. Все-таки я предпочитаю работать индивидуально с игроком и смотреть на его текущий тонус. Например, если у игрока падает точность, то, наверное, стоит сделать паузу, выйти из стойки, встряхнуться, расслабиться, подумать, собрать в точку концентрацию внимания, да? Вернуться в игру и продолжить серию. Не все в БКМ нужно делать вопреки и строго по времени, и строго по программе. Иногда от программы надо отходить, надо находиться в контакте, естественно, с игроком и работать в паре. Дмитрий, у меня возник вопрос про нагрузки. Вот есть две позиции. От простого к сложному, это когда БКМ начинается с максимально простых упражнений. Одна точка, две точки, и потом 3-4, увеличивая на функциональность. И есть в обратную сторону, когда дают вначале очень сложные задания, там 3 точки справа, вот эти 2 точки по подрезке, и упрощают под конец тренировки задания, как бы закрепляя простые действия на фоне утомления. Какой из подходов является более верным? Ну, Ваня, я думаю, я никого не удивлю, сказав, что и то, и другое правильно. Но здесь, опять же, ключевую роль играет цикл подготовки, когда мы тренируемся. Утро, день, вечер. К какому старту мы готовимся, в каком периоде подготовки мы находимся. Например, давать утром от сложного к простому, наверное, никто не будет. Да? Начинать, если у нас есть 2 дня в БКМ в неделю, начинать каждый день от сложного к простому, наверное, не очень правильно. Если игрок приходит после какой-то, например, паузы, межсезонье, когда он начинает цикл подготовки, только давать от сложного к простому, наверное, неразумно, потому что игрок должен почувствовать уверенность, вычистить технику, восстановить ее, восстановить двигательные навыки, восстановить какой-то там, да, мышечный тонус даже. Поэтому при входе, например, в сбор, при входе в тренировочный сезон, там, да, в игровой сезон, наверное, от сложного к простому не совсем правильно. В конце сбора, когда все готовы, например, да? Или когда твой игрок находится в хорошей физической форме, и это середина цикла, то есть нам надо получить какой-то там, ну, например, какой-то, наверное, получить какую-то дополнительную нагрузку, наверное, да? Улучшить какие-то навыки, когда мы идем на совершенствование, да, тогда от сложного к простому интересно, потому что в начале тренировки мозг еще находится в хорошем тонусе, у нас достаточное количество сахара в крови, в общем-то, да, которое тоже влияет на восприятие информации. И, конечно, и новые упражнения какие-то сложные разучивать, и новые двигательные паттерны. Вот. И, может быть, новые какие-то подходы к исполнению элемента действовать, да, вначале давать сложное, потом давать простое уже на закрепление. Наверное, это тоже хорошо. Я бы порекомендовал все-таки ко всему относиться индивидуально к таким подходам. Нет, вот китайцы делают так, у нас же как принято? Китайцы делают так. А почему они делают так? А почему они делают так? А в каких ситуациях они делают так? А мы в окошко увидели, да, какой-то цикл, а вот он вначале так делал, а потом так. И поэтому все так должны делать, потому что мы увидели, так Фан Виндон делал в 3-минутном ролике. А почему он так делал, какая была ситуация, в каком он находился цикле, к чему он готовился, это уже, типа, было скрыто
от наших глаз, но почему-то мы решили, что вот этот способ именно базовый, ключевой, который применяется на всех тренировках. Например, есть много видео, там много информации. Наши игроки ездят на сборы в Китай. И очень много мы видим примеров работы именно движения от простого к сложному. И в Китае, в частности. Поэтому тоже все индивидуально. Надо понимать, где ты находишься, что ты делаешь. И, в общем-то, на этом строить методику. От простого к сложному и от сложного к простому. Я бы давал от сложного к простому за экватором, например, тренировочного сбора. Да? Если у нас есть 4 по 3, скажем, да, 4 цикла по 3 тренировочных дня, я бы уже давал на 3-4. Полупрогнозируемые задания. Ну, здесь тоже все скрыто в названии. Например, или один, или два хода вправо, третий ход влево. Или раз, два, или раз, два, три. Итак, ты готов? То есть, с одной стороны, оно циклическое, с другой стороны, оно полупрогнозируемое. Или... И так далее. Как вы понимаете, вариаций этих заданий может быть масса. И теперь третья часть. Задания на отработку игровых комбинаций. Они делятся на комбинации игры от приема и комбинации игры после своей подачи. Первая комбинация игры от приема. Какие варианты приема подачи нам известны? Топ-спин. Скидка, длинная срезка, короткая срезка, да? Если мы берем основные, конечно, бананов флик. Начнем. Оставил коротко, скинул и получаем первый ход влево, а дальше три свободных хода. Да. Задания, вариации могут быть разнообразными. Здесь я бы не рекомендовал увлекаться именно циклическими заданиями, когда ваш игрок знает, все ходы, которые последуют далее. Здесь, например, если мы развиваем скидку начала атаки, неплохо сказать сопернику, что следующий ход придет влево, так как мы отрабатываем начало. Отрабатываем и скидку, и отрабатываем начало атаки топ-спином, открытие игры. Также мы можем заложить в задание, я или оставляю коротко, или срезаю. Игрок должен быть готов или к скидке, или к началу атаки. Также может быть вариация. Я играю вправо или влево, например, скидку Паша сделает из центра стола, а далее я могу послать мяч или вправо, или влево. Скидку он делает с центра стола, я ему могу послать в центр или в центр. И разнообразие здесь, конечно, большое. И выбор задания зависит от степени подготовленности игрока. Опять же, точки в подготовительном процессе, в котором вы находитесь. Эти задания рекомендуется тренировать раз в неделю наряду с циклическими заданиями. То есть, если мы, скажем, выбрали день понедельник, который у нас будет на отработку классики циклических заданий, да, скорость, сила,
подвижность, координация, это прогнозируемое и полупрогнозируемое то. Уже в финальной стадии подготовки перед соревнованиями мы снижаем нагрузку, естественно. У Паши есть ролик, посвященный периодизации в подготовительном процессе. Кстати, вот всем рекомендую для просмотра. Перед соревнованиями нагрузка снижается, время тренировки сокращается, интенсивность тренировки тоже понижается, и мы посвящаем внимание заданиям на реакцию. Важно обратить внимание не только на задания с передвижением вдоль линии стола, но и с передвижениями вперед и назад, потому что настольный теннис – это постоянное движение к мячу, от мяча, игра на размах, выигрыш позиции и стремление играть по восходящему мячу, оттянув соперника от концевой линии стола. Как известно, если соперник стоит дальше, он вынужден тратить больше сил, играть по падающему мячу, он теряет остроту и находится в оборонительной позиции. И для того, чтобы захватить инициативу, нам просто необходимо двигаться вперед и назад. А также неплохо тренировать игровые ситуации, когда соперник оттянул вас от стола, и вам каким-то образом надо вернуться в атаку. Например, задание на смену игровых зон. Сейчас Паша получит полудлинный мяч в центр стола. Ну, мы представляем, что это полудлинная подача. Каким образом принимать такую подачу? Скинуть ее неудобно. Разумно ли играть ее слева? Ну, например, пил или низ бок. Ну, можно, если вращение меня справа. Угу, на срезку справа. И потом будешь действовать от обороны. Я могу ее засунуть. Если мне вот сюда надо, я могу ее засунуть налево. Угу. А если она идет тебе в центр и здесь падает, и ты не можешь ее пропилить, да? Правильно, справа. И при получении вот мячей полудлинных подач, полудлинных срезок, вот этих рекомендуется из центра и из зоны локтя играть вправо. Исходное положение. Первый мяч будет полудлинная. Паша сделает заход. Дальше получит блок. Ты исполняешь навесной топ-спин. Получаешь ход влево. Да. Да, чуть-чуть отстраняешься от стола. Играешь на размах, делаешь силовой ход. И третий ход делаешь с возвращением, с выпадом к столу на левую ногу. Браво! Ну, также актуально использовать задание с возвращением из средней зоны. Сейчас Паша проведет три топ-спина. Первый из конца средней зоны, второй из начала средней зоны, а третий он сыграет по восходящему мячу. Браво! Сейчас мы рассмотрели ряд заданий на прием, подачи и заход инициативы, но также нам важно уметь качественно действовать со своей подачей. И какая техника существует для этого? Первая техника – игра в смешанном стиле с приемом подачи. Следующий способ, который часто применяет Алексей Ефремов. Этот способ я узнал от него. Ну, вот мне нравится задание, когда ты подаешь мяч, вот ты подаешь, а я тебе, это перед соревнованиями, подаю. А я тебе играю по всему, а ты не ждешь меня, ты просто уже играешь. То есть я... Только не бьешь мяч, а вращаешь. И тоже поставил его в свой процесс, и мне он нравится на самом деле. Это когда, скажем, Паша подает подачу. А я бросаю ему следующий мяч.
Потому что по тем или иным причинам, например, когда мы работаем с прямо игроками high-performance уровня, может быть большое количество брака. Например, я могу точно сказать, что очень трудно принять подачу у Кирилла Скачкова там, типа, или Льва Кацмана. Да? А ты просто не можешь себе позволить какое-то количество брака там, внутри задания, чтобы, например, каждую вторую или третью подачу ты там, ну, не справлялся, она у тебя вылетала или ты плохо принимал. И вот в таких случаях мы можем применять вот эту смешанную технику, когда ваш игрок подает подачу, и мы делаем хороший пропил и посылаем довольно качественные мячи. Продолжаем. Таким образом мы снижаем количество брака и предлагаем вашему игроку достаточно сложные варианты противодействия. Конечно, можно сказать, что нет, мяч после этой подачи мяч бы вернулся немножечко по-другому. Конечно, да. И никто не говорит, что БКМ это в БКМе можно идеально смоделировать игровую ситуацию. Но ее можно смоделировать на достаточно хорошем уровне. И, как известно, лучший враг хорошего, конечно, надо соблюдать баланс. То есть не все у нас удастся сделать именно так, как это будет в игре. Этот способ, некоторые тренеры считают этот способ спорным. Еще раз. Но, например, для отработки двухходовки, начала атаки, чтобы соперник гарантированно, не соперник, а ваш игрок гарантированно получал нужный для отработки мяч ближе. Этот способ хорошо подходит. Увенчивается это все, конечно, игрой, свободной игрой. Топ-спин справа по всему столу. Хорошо. Такими заданиями, как правило, мы заканчиваем тренировку. Это как раз принцип от простого сложного. Когда сложное ты даешь в самом конце, задание на реакцию, задание, ну, грубо говоря, на измор работа, работа на отказ. Вот. Ну, самые сложные задания, рандомные, ты оставляешь на конец тренировки. И для того, чтобы почувствовать уверенность, например, можно не завершать задание там, не завершать тренировку на сложном задании, а, например, дать простой элемент скидка или оставить коротко. Вернись в исходное положение. Ага. Поскидывать в конце. Поставлять коротко, например. Но все с выходом в исходное положение моментальным. Выполнять все задание. Браво. Вот таким можно заканчивать нашу тренировку. Ну, лично я люблю заканчивать наши тренировки какими-то силовыми заданиями, чтобы, например, если мы немножечко расшатали игрока нашего, да, рандомными заданиями, заданиями на реакцию, дать ему возможность восстановить уверенность в своих элементах, потому что так или иначе на повышенной скорости, например, с непрогнозируемым заданием спортсмен может немножечко потеряться. И для того, чтобы восстановить ощущение контроля и уйти из тренировки в плюсе, я даю или задания на перекруты, на простые, например, средние зоны. И при этом я предлагаю игроку самому остановиться, а не диктую, когда остановиться ему, да? Например, он встал, да, пауза, вышел из стойки, мы остановились. Он сделал хорошую серию, почувствовал уверенность. Или, например, такие вариации на это задание: перекрут и выход на удар. Средняя зона. Или почувствовать скрутку по навесному топ-спину. И в конце тренировки БКМ можно предложить сопернику потренировать подачи голы.
Опять же, информация, которую я привез с конференции в Лондоне от Рихарда Прауза. Когда мы говорили о подачах, когда надо тренировать подачи свои надежные и когда надо тренировать новые подачи или подачи голы, он предлагал первые 15 минут тренировки уделять подачам, которые составляют основу твоей игры. И последние 10-12 минут уделять внимание подачам голам. Для чего это делается? И, в общем-то, мы пришли там к общему мнению, что действительно это разумно. В конце тренировки хорошо подавать подачи голы, потому что при счете 9-9, когда нам нужен какой-то ресурс, подать сложную спрятанную подачу, там, скоростную подачу неожиданную. Мы находимся уже в ослабленном состоянии. То есть в конце тренировки мы ослаблены, и вот этими дрожащими руками на фоне усталости мы должны уметь исполнять сложные подачи, которые помогают нам выигрывать очки. Действительно, при колоссальных нагрузках, в финальных матчах, при сложном счете, там, да, ну, возьмем 9-9, седьмой сет, матч за золото. Ни у тебя, ни у соперника уже толком нет сил, но при этом, да, дрожат руки уже, там фон усталости, но этими дрожащими руками и нужно приходится подавать подачи, после которых мы можем выйти в продолжение атаки, возможно, удастся выиграть этой подачи. Хотя, конечно, сейчас при современных мячах, там, пластиковых 40-миллиметровых значения, подача, оно снизилось, подача – это больше тактический элемент для того, чтобы войти в игру. Но так или иначе, подавать подачи голы, возможно, какие-то сложные подачи, рискованные подачи рекомендуются после тренировки, а до тренировки перед входом в игру можно встать и подавать подачи, которые составляют основу твоей игры. Так, сегодня был очень плотный день. Мы согласен с тобой. С Дмитрием поменяли аж футболки, вы можете заметить. А теперь подводим итоги. Сегодня мы с вами изучили, что такое БКМ, как его использовать, как от начинающего до профессионального игрока национальной сборной его применять. И сейчас Дмитрий подведет итоги вообще по БКМ. Тема необъятная, и можно о ней рассказывать часами, но повторим ключевые моменты и поймем, зачем нам это вообще необходимо. Итак, еще раз спасибо за приглашение, Ваня. Конечно, тема обширная. Обсуждать, уместить всю эту тему в один ролик, наверное, задача невыполнимая и для нас, как создателей контента, и для зрителей, которые будут его смотреть. Ну, мы старались. Спасибо большое за внимание, во-первых. Да, мы прошли сегодня основные приемы работы с большим количеством мячей. Разобрали ряд инструментов, которыми мы можем пользоваться, таких как функциональная сумка для большого количества мячей Flexigus, замечательные спин, уилы, колеса Алексея Ефремова, также варианты с AliExpress. Наверное, скажу об этом третий раз, но, ребята, используйте лицевые щитки, это позволит вам лучше концентрироваться на том, что делает ваш игрок, меньше заботиться о том, попадет ли вам мяч в глаза. Конечно, мы не говорили о том, стоит ли бросать ракеткой с одной накладкой или с двумя накладками. И то, и другое правильно. Я бросаю с ракетками с двумя накладками, потому что, по моему мнению, вес ракетки оказывает очень важную роль на степень вращения и на естественность вращения, которое исходит от ракетки. Ракетка, которая потеряла 50 грамм, в общем-то, будет работать немного иначе. Но, конечно, есть рекомендация, мы об этом не успели сказать, есть рекомендация при отработке игры по нижнему запиленных мячей, имитации пиленных подач, проще использовать ракетку с одной накладкой. Ну, наверное, восстановили мы, да, наш недочет. Говорили о том, как работать с начинающими игроками, какие задания могут быть и на что нужно обращать внимание при работе с high-performance атлетами.
уточнили пару нюансов. Я думаю, что это не последняя наша встреча, и в будущем нам еще удастся поделиться нашими знаниями, информацией, которую мы накопили, с нашими дорогими зрителями. Еще раз спасибо за внимание и до новых встреч. С вами был Иван Толмачев и Дмитрий Чекуров. Наш ролик подошел к концу. Спасибо вам, уважаемые зрители, за просмотр. Хочу выразить благодарность владельцу клуба Energy Arena, которые предоставили нам возможность снять ролик на их площадке. Поэтому, если вы будете в Санкт-Петербурге, обязательно заезжайте к ним. Очень классный зал, ссылку оставлю в описании. Также еще раз хочу выразить благодарность Дмитрию Чекурову. Ссылку на его группу ВКонтакте, его личные контакты я также оставлю в описании. Попрошу вас поставить лайк, колокольчик и подписаться на наш канал. Всем хорошего настроения, до встречи!